Сегодня в северо-западном районе Чебоксар торжественно открылось лечебно-диагностическое отделение чебоксарского филиала МНТК микрохирургии глаза. Найти его можно в здании санатория «Чувашия курорт». О причинах создания отделения и его особенностях работы расскажет Анна Центовская. Хотя отделение торжественно открыли только сегодня, работает оно уже с октября. За это время врачи оценили свои возможности, возможности техники и примерную нагрузку. Всего с момента открытия отделения консультацию и лечение на Мичину Павлова получили около 360 взрослых и 240 детей республики. Мы проводим лечение как детей, так и взрослых в среднем от 5 до 10 дней. То есть помимо того, что они приходят к нам каждый день на лечение, параллельно мы еще проводим первичный прием. Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты. Лечение и диагностика в отделении МНТК возможно как на платной основе, так и на бесплатной по полису обязательного медицинского страхования. При необходимости пациентам проводят процедуры в грязи лечебницы. Многие десятилетия стоял вопрос доступности именно для детей, для взрослого, пожилого населения, своевременной качественной медицинской помощи для лечения глаз на территории северо-западного района. Я уверен, что это подразделение, эта помощь оказана в стенах этого подразделения, будет она востребована нашими пациентами, да, и тем самым мы только сам повысим качество оказанной медицинской помощи, а самое главное – уровень здоровья наших пациентов. Население северо-западного района – около 120 тысяч человек. Отделение МНТК в грязи лечебницы обеспечит доступную и качественную помощь тем, у кого есть проблемы со здоровьем. Анна Центовская, Бахтияр Велиев, Республика.